Доброе утро, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, сегодня я занимаюсь огурчиками своими. Такие у меня огурчики, и вот такие, и вот чуть больше. Очень красивые на вид огурчики. И буду я готовить детские маринованные огурцы. Для этого я возьму огурцы. Тут у меня приправы, листья хрена, листья смородины, укроп, листья вишни. Так, чеснок. Возьму я лавровый лист и перец горошком. Друзья, банки у меня стерилизованные. На дно банки кладу лист хрена. Сюда же отправляю укроп. Так, две листочки вишни. Одну смородину, листы, листочки большие. 3-4 черный перец. Один лавровый лист. Два зубчика чеснока. И укладываем огурцы. Кончики я обрезаю всегда. Привычка такая. Это не принципиально, мне так кажется. Так. Укладываем плотно, друзья. Чтобы открыть и съесть. И чтобы хватило на один раз. Давно уже не закатываем большие баночки. Не те времена. Сразу все не съедаем. Сюда маленькие. Так, не пойдет. Вот телепузики. Видите, какие? Ну, почему нет? Вот, красиво все уложено. Вода у меня закипела. Теперь я заливаю крутым кипятком и оставляю на 10 минут. Так, прошло 10 минут. Теперь я выливаю в кастрюлю, заново это же кипячу и заливаю обратно на 10 минут. Так, заливаю второй раз. Второй раз на 10 минут, друзья. Теперь буду готовить, варить маринад. На 1 литр воды я кладу 1,5 столовой ложки соли. Так, 1,5 ложки. На 1 литр я кладу 3 столовые ложки сахарный песок. Вот, 1, 2, 3. У меня 5, значит 15. 3. Так, друзья, пока у меня маринад варится, я кладу в банки лимонную кислоту, потому что это у меня же детские маринованные огурчики, они будут у меня без уксуса. Так, вот на литровую банку вот по столечко лимонной кислоты. Так, маринад у меня закипел, разливаю по баночкам, кислоту я положила. Друзья, все банки я закатала и надо укрыть до полного остывания. Все, друзья, если видео было вам полезной, такой вот маринад, детское соленье, то ставьте мне лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Пока-пока!